Седьмой урок и следующая буква арабского алфавита – буква «Ха». Давайте посмотрим, как пишется буква «Ха». Верхняя часть и нижняя в форме полумесяца на строке. Давайте еще раз. Начинается над строкой, потом полумесяц продолжается под строкой. Это буква «Ха». Давайте научимся правильно произносить букву «Ха». Буква «Ха» – горловая буква. При ее произнесении участвует только горло. А также во время произнесения буквы «Ха» выходит сопроводительный звук. Попробуйте сами. Чем-то похожий на шипение змеи. Буква «Ха» произносится мягко. «Ха». «Ха». Не стоит ее произносить твердо. «Ха» или «Хо». Нет, она произносится мягко. «Ха». «Ха». Также, если вы заметили, буква «Ха» очень похожа на предыдущую букву «Джим». Джим. С тем отличием, что буква Джим имеет точку снизу, а у буквы Х она отсутствует.